Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. И на этот раз вас ждет 19-я часть моего прохождения. Опа, ну-ка. В последней части мы начали пробираться на Endurance, но нас встретили вот эти ребята, которые, в общем-то, не очень-то к нам и дружелюбны. Поэтому первый из них получает голову, и второй тоже хочет, но получает чуть позже. Так, отлично. О, тяжеловесик еще идет у нас. Так, в ногу мы ему не попадем. Плохо бы ему в колено попасть. Я был таким же искателем приключений, как и ты. Ха-ха. Сдохни! Ой, ты, елки-палки. Ой-ой-ой. 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 Так, отлично. Чуть было нас не уделали. Тихо, тихо, Лара, не спешим. Не спешим, не спешим. Кажется, этот паренек хочет немного полетать. Ха-ха. Что? Ему все нипочем. Добивание. Что? Как он выжил? Вот это тебе меньше понравилось, да? Балдеть, ударил его либо ледорубом. Уже заговариваюсь. Ударил ледорубом, и он живой. Как так? Непонятно вообще. Как он выжил? Как у него получилось? Он крут. Он крут. Так, двигаемся дальше. Собираем всякие ништячки. Здесь вроде больше никого нету. Вроде больше никого нету. Трончиков насобирали. Вот это хорошо. Вот это супер. Даже фонарик не разбили. А кто это стрелял? А кто это тут? Кто это все натворил здесь? Мы не знаем. Нет, мы не знаем. Давайте достанем винтовочку. О, о, вон, забегали, забегали. Куда это ты? Динамит хочешь бросить? Динамит? А, нет, все-таки он бросил динамит. Ничего себе, они их перекидывают. Взорвись, взорвись. Ах ты, что ж такое. Ну, вырони динамит-то, ну. О, нет, 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 только не взрыв. Фу. Ну, давай. Сволочи, как они так кидают эти динамиты, я просто балдею. Через там щель, через какие-то там перекаты, не пойми через что, еще попадают по нам. О, готов. Да, но сильно он нас повреждает, что тут и говорить. Куда ты лезешь? Не добрался, все, что можно сказать об этом парне. Давай, вот так, наповал. Так, а те-то парни с динамитами со своими. Убил я их, что ли? По-моему, да. Ладно. Тогда прыгаем дальше. Что здесь? Ага, комнатка. С ништячками. Ну, подбери все-то. Жмите я. А, все, максимум. Понятно. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там наверху-то нас ждут. Наверху-то нас ждут. Нас ждут, друзья, веселые приключения. О, красная бочка. Идиоты. По технике безопасности написано ведь, не стоять с красными бочками во всех книжках по злодеянию. Нет, все равно стоят с красными бочками. Уже не раз их сослуживцы напарывались на эти проблемы. Но нет, они продолжают стоять рядом с красными бочками. И как бы провоцируют нас. О, и еще немного инструментиков для нас. И полезли наверх, там какая-то корзина болтается сверху. На нее нужно забраться, а потом уже и дальше. Сейчас еще какая-нибудь турелька нас будет обстреливать, вот это будет вообще весело. О, там, кстати, у нас, смотрите-ка, смотрите-ка, что у нас тут есть. Часть... Достижение, да, да, часть достижения. 2 из 4 флагов сожжено. А прыгать нам надо, по-моему, туда, куда светит солнце. Нет, что-то тут мне это не нравится. Может, нам нужно ее раскачать беганием взад-вперед?
Да нет, вроде не раскачивается она. Не очень раскачивается. Что-то совсем не... Ладно, прыгаем. А, ну да, все нормально. Че я выдумал? О, какой... Алекс, Алекс, куда же ты опять вляпался? Какой закат. Какой чудесный закат. Ох, не хочется мне ночью здесь бродить, честное слово. Хотя, наверное, скорее всего, конец игры пройдет в ночи. Но мне бы этого очень-очень не хотелось. Чтобы конец-то игры прошел в ночи. Стоп! Фух ты, ё-моё. Свалился я. Прошу прощения. Не ожидала, что там яма будет. Ладно, сейчас заберемся назад. Все быстренько. Все без проблем. Алекс, Алекс, куда же ты вляпался-то? Да, хороший вопрос. Куда ты вляпался, Алекс? Что это за штука? Какой-то мотор. Мы его можем стащить вниз. Или вверх. Зачем нам это вообще делать? Не знаю. Так, здесь опять яма. На грабли опять не наступаем, на те же. Видимо, нам вниз. А, я понял, зачем. Ха-ха-ха. Все просто. Все очень просто. Мы запускаем комету. Наша Лара супергерой, ничего не может сделать. Ну вот же, уронить сюда, чтобы пробить пол. Это же очевидно. А, книжечка, почитаем. Лара абсолютно права. Здесь творится что-то странное. Какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя, если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть... Я все-таки сумею произвести на нее впечатление. Так-так-так, кажется, кто-то запал на Лару. Наш маленький Алекс. Ну, попробуй. Она милая девушка. Может, тебе что и перепадет. Кто знает. О, что это у нас здесь? Ящичек. Ну-ка, ну-ка. Что найдем? Год Мэдди 6. 1873. Ну, интересно. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Может быть. Интересно, помогла она ему или нет. Но мы нашли вроде все бронзовые монеты. Там было написано вроде 2 из 2. Так, здесь у нас грузовичок здоровый. Какой же инструмент нам нужен, чтобы стягивать вот такие огромные глыбы всего? Так. Ага, вот наш наш эндюранс. Кстати, ну-ка, а если вот так вот сделать? Ой-ой-ой-ой-ой! Я, в общем, это не хотел делать. Как-то так получилось. Нет, она просто пытается стянуть. Ну, конечно, у нее не получается. Хотя я бы не удивился, если бы у нее получилось. Ну, потому что, не знаю, Лара супергерой. Самый настоящий супергерой. Который еще и спускается... По веревочке, вот так вот классно. Да. Хотя, конечно, помните, как мы перепрыгивали с веревки на веревку? Не знаю вообще, возможно ли это вот с таким ледорубом, ну, с таким снаряжением. Что-то мне подсказывает, что это практически невозможно. Ладно, я думаю, мы вернемся еще сюда, поэтому вперед на эндюранс! И в самое пекло у событий. Только Ларе могло так повести, чтобы она упала между труб прямо сюда и четко приземлилась. Все остальные давно бы уже висели, разбитые и распластанные. Так. Через стены Лара не видит. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Ага. Подождем. Я все сделаю. Ух ты, это что за... Нифига он здоровый! Вот это здоровенный негр, я вам скажу.
монстр. Ну и монстр, я вам скажу. Слушайте, он не за нами идет? Нет, вроде не за нами. Так, кажется, это наш шанс. О, нет! Мы немного потеряли свой шанс. Что, он нас не заметил? А вот, кажется, и заметил. Вот, кажется, и заметил. О, боже мой! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Так, сначала я разделаюсь с этим, а потом я разделаюсь с этим. Давай, давай, давай. Ух ты! Неплохо. Да сдохни же ты, а! Отлично, добиваем, добиваем, добиваем. Давай, 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 давай. Ах, черт, промазал. Не вовремя, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Боже мой, откуда такие негры на этом острове? О, боже мой. Чертов негр. Так, вот, сейчас, 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 сейчас добивание. И... да! Опять мимо, да боже ты мой. Опять я не то делаю. Ладно, еще раз. Промазал. Где еще тут гранаты? Где еще гранаты? Мне нужно больше гранат. А, у нас ничего нет. Супер. О, попали ему в голову. Отлично. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы не сложаем, это уже точно. Фу, да. Ну и монстр. Бородач. Жумар. Надо будет погуглить, что это такое. Подтягивайте тяжелые предметы на веревке с помощью жумара. Да, ну это что-то наподобие небольшого такого блока или как-то так. Да, ну и здоровяк. Предупреждали меня, конечно, в комментариях, что будут здоровячки. Я чувствую, здоровячков будет все больше. Так, отсюда мы не можем свалить. Значит, нам нужно подтягивать какие-то предметы. Тяжелые. А, зажмите Е, чтобы использовать жумар. О как. Ладно, а зачем мы эту штуку подтянули? Видимо, нам надо... А, вот нам что надо подтянуть. Вот эту вот наковальню огромную. Да, это какое-то сочетание блоков, которое позволяет нам тягать вот такие огромные предметы. Ну, вот это, конечно, уже отдает какой-то реалистичностью. А Лара, вырывающая веревкой, воткнутой в дверь, эту самую дверь, это да. Это, конечно, не очень похоже на реализм. Столько произошло. Наверное, я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда в меня верила. Преподаватели в университете смотрели на меня, как на сумасбродку с камерой в руках, от которой жди одних неприятностей. Но знаете, большинство людей в глубине души жаждет острых ощущений. И Лара не исключение. Просто ее надо было немного подтолкнуть, чтобы она поняла, чего хочет на самом деле. У нас с ней было так много приключений. В том безумном путешествии по Болгарии я только и делала, что вытаскивала ее из клубов. А когда поехали на Килиманджаро, Лара хотела заниматься исключительно научной работой. Но кто ж знал, что там столько симпатичных парней? Эта экспедиция обещает многое. Лара со своим ноутбуком, я со своей камерой. У нас впереди еще одна увлекательная поездка. Кстати говоря, это уже предпоследняя книга команды Эндюранса.
Вот, смотрите, 6 из 7 документов найдено. И еще одна находится где-то в трущобах. Где-то в трущобах. А где эти трущобы? А, ну да, мы, наверное, пропустили ее немножечко. Ну, в принципе, здесь все показано, так что, если что, можно будет вернуться. Наверх мы... Да, куда нам лезть? Тут же кроватка наша. Это тебе за то, что сломал наш корабль, сволочь. Ну вот, кто-то нас уже увидел. О, наповал. Так, есть еще кто-то? Желающие? Нет, нету. Это было двое. О, здесь же мы прыгали, ребята, помните? Это тот самое место, где был тот самый прыжок, по-моему. А, нет, нет, там было другое. Как она на эту трубу не налетела, посмотрите. Боже мой, смотрите, эта труба торчит прямо напротив. Нет, ну, да. В общем, если бы не скрипт, быть ей проткнутой трубой насквозь. Ой, только не говорите мне, что нужно плавать. Я не хочу плавать, вообще не люблю все это. Где он? Где он? Где он? Ух ты! Так, здесь все током. Заблокировано током. Меня тут немного прижало. Так что не очень. Черт! Проход напрочь завалило. Держись! Я вытащу тебя оттуда. Ладно, но поторопись. Так, в эту штуку не выстрелить, ничего с ней сделать нельзя. А, надо как-то его разблокировать. Так, инстинкт выживания. Крюк можно двигать. Попробуй с его помощью расчистить завал. Так, и как мы его двигать будем? А, ну, наверное, просто, как всегда. Да, точно. О! Что-то мешается. Труба мешается, что-то мешается. Если туда забраться... Блокировку можно устранить. Так, и как нам туда забраться? А. Ага, так, подождите. Как нам наверх-то залезть? Что-то я не пойму. Наверное, нужно пододвинуть эту штуку обратно немного, да? И с помощью вот этой лесенки залезть. А, нет, эта штука просто назад все передвинула. Ну, нет, наверх она не залезает. А, как нам на ту лестницу-то запрыгнуть? Подожди, Алекс, сейчас мы разберемся. Эту трубу никак не передвинуть. Да как же наверх-то залезть, я не понимаю. Ладно, давайте еще раз передвинем ее сюда. Ой, как тебя лестница-то не прибила этой. Ладно, давайте залезем. Ох, ох ты как. Ох ты как. Неожиданно. Весьма неожиданно, но это решает нашу проблему. Давай, стреляй. Жумак. Опасно эта штука двигается, конечно, я вам скажу. Очень опасно. Ну, залезть-то мы залезли. А, перепрыгнем? Нет, не перепрыгнули. Да что ж такое. Как же нам пододвинуть-то ее? А, вот эта система. Система. Понятно. Там должен быть технический люк. Да знаю я, технический люк. Вот, я все теперь понял. Вот эти штуки наверху. Полосы, по которым может двигаться наш блок. И мы можем двигать его тоже. Прыгая вот на эти лестницы. Вот. Так. Теперь спускаемся. Пододвигаем ее вот сюда. Давай, давай, давай. Тянем, тянем, тянем. Тянем, потянем. Вытянули репку. Отлично. А теперь вот сюда. То, что надо. То, что надо. Наконец-то я
раздуплился, что нужно делать. Не знаю, о чем я думал, когда сюда пошел. Я думал, что стану. Все, есть. Сейчас будет есть, подожди. Молодец. Я. Да сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем, не беспокойся. Не кипиши, Лара, сейчас все будет. Главное, чтобы, как я уже говорил, нас не прибило этой лестницей, которая сейчас на нас полетит и крюком. Вот так. Ну а теперь в обратную сторону, все понятно. Большие головоломки. Алекс, мы идем. Алекс, ты их взял? Наконец я удивил тебя. Давай уберем это. Прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Мне часто очкарики становятся героями. Они на нас рассчитаны. Иди. Да что в вас, уроды? Еще одного потеряли человека. Да что же это за хрень-то? Зажмите Е, чтобы использовать жумар. Зажал Е. Ух, ничего себе, вот как он работает. Ха-ха, вот это класс. Обалдеть. Эх, все равно не очень-то эта веселая штучка скрасила нам нашу еще одну потерю. Да, Лара, ты опять не позволишь никого убить. Ну и как у тебя это получится? Не знаю я. Не знаю, до этого ты тоже явно не хотела, чтобы кого-то убивали. А в итоге что? В итоге все равно люди гибли. По чьей, по твоей вине или не по твоей вине, это уже неизвестно. Это уже можно сказать по-разному, но люди гибли, это как факт. Да, печально. Грим погиб. Пилоты погибли. Теперь Алекс погиб. Посмотрим, что у нас из снаряжения, что мы можем улучшить. 8 из 11 модификаций. Давайте лук можно модифицировать, добавить ему напалмовые стрелы, но я хочу, наверное, все-таки нашу винтовку доделать и прибавить ей отличный прицел. Оптический прицел. Да, как бодро начали и как печально все становится. Да, да. Давайте немного подкопим и на 400 частей урон сделаем повышенный. Как жаль, Алекс, как жаль, действительно. Бум! Да. Что же нас ждет внизу? Давайте посмотрим. Старые записи.
результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка – недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Демоны Они? Да, вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Что за демоны Они? Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Должна понять. Ты должна не дать никому погибнуть хотя бы. Ты даже этого не можешь. А тут ты хочешь понять про управляемые бури. Да, Лара, все время ты их метишь выше своего носа. Вот, для дробовика у нас уже дополна патронов. О, вот ту штуку можно вырвать. А, подождите, куда мы вернулись-то? А, ну да, да, да. Мы вернулись на наше место бойни, так сказать. Только чуть позже. Уже темно, стемнело. Давайте вырвем эту штукенцию. Ох, сколько же вещей нам предстоит еще вырвать и открыть, и узнать с этим жумаром. Отличным, интересным. Да, сейчас накопим, кстати. Достаточно уже будет у нас инструментов для того, чтобы... Для того, чтобы, да, 426, для того, чтобы улучшить нашу винтовку. Это темпо цуха. В середине 19 века в Японии их чеканили тысячами. Хм. Бронзовая монета в 100 монов. Моны какие-то. Первый раз слышу. Потому что в Японии иены. Но это сейчас. Так, что здесь еще можно открыть? Если можно, конечно. Да нет, вроде ничего здесь нельзя. Можно будет открыть там, снаружи, по-моему, если я не ошибаюсь. Давай, Лар, полезли. Пора выбираться отсюда. Инструменты мы нашли. О, я чувствую, предстоит нам нафиг ночная битва на этой лодке. Пулемет-то на ней есть, и значит будет битва. А, ну вот, как отсюда мы будем выбираться. Именно так. Выломаем это все, да. Стены ломаем, забетонированные. Вот это круто. Вот это действительно круто. О, еще один сундучок. Португальцы очеканили ее в 16 веке для своей колонии в Малакке. Наверное, она попала сюда с того старого галеона. Классная монетка. 3 из 3, кстати. Все монеты нашли. И, кстати, вот нахождение всех этих вещичек дает довольно немало опыта. По 500. О, что это? А, карта. Найдена полная карта. Координаты всех секретов. Тоже неплохо. А, вот куда нам нужно. Прямо наверх. Классно это приспособление. Очень мне нравится. Так, наверх мы залезть можем? А, нет, там некуда залезать, поэтому давайте спускаться вниз. Прыгаем. Ох, ноги отбило, бедняжка. И давайте... О, у нас заодно одну очку навыков. Посмотрим, что можно улучшить в охотнике. Давайте я улучшу добивание из винтовки. Да, из винтовки. Вот так вот. Освоили. Теперь можем добивать из винтовки. И сколько у нас осталось? Раз, два. Два здесь. И здесь еще три. Три здесь и два. Всего 5 навыков. Да, то ли конец игры близко, то ли мы прокачиваемся довольно быстро. И где же наше улучшение? А, нет, что-то мы еще. Вот. Изменение нарезов. Да, отлично. Двойное изменение нарезов. Осталось только подствольный гранатомет улучшить за 500. И тогда у нас будет первое оружие, улучшенное по максимуму, дорогие друзья. По максимуму.
Ну что же, а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.